вечно орущая манда, не затыкаясь никогда, несется вновь туда-сюда. Если ребенок твой орет, не закрывает он свой рот, то он с нее пример берет. Да. Наберу-ка я говняшек и, помоев, натащу сотню умерших букашек и мешотку угощу. Бесит! Заткнись нахуй! Ненавижу твои странные песни, мразь! Ой, Мишка, да чего это с тобой? Из-за тебя, дубина туполобая, у меня до сих пор нет самки! Я нашел единственную на весь лес, но ты каждый раз там свидание портишь! Из-за твоего ублюдочного характера тебя и бросили родители посреди леса у железной дороги! И я тебя терпеть больше тоже не собираюсь, понятно? Пошла нахер отсюда, я жить хочу! Ну у тебя, Мишка, ты чего ты сегодня сам не свой? Я домой пошла в куклы играть. И косынку сними, дура, ты недостойна, сволочь поганая! Ёлки зеленые, да неужели свалила наконец? Слава богу, пойду хоть в кои-то веки со зверями прибухну, да потрахаюсь. Здесь кто-нибудь есть? А? Дайте знак! Эй, медведиха, вылезай! У меня для тебя сюрприз! Эй, да почему никого нет? Куда подевались все звери? Как вы и заказывали, доставили вам животину лесную, дабы прибыль чистую удвоить. Молодцы, парни! Каждому по бочке кваса и мешку зерна. Запускайте клиентов, рабочий день начался. Сука! Для тех, кого заеб наш конвейер, мы анонсируем новые серии. Подросшему, если вы родитель, деток уберите, нахуй все идите! Ёжик, а ты чего такой хмурый? С чего это ты взял? У меня все отлично. Пришел вот к тебе на полянку, рядом с тобой на травку подсел. Ха-ха, ну ты даешь, ежик! А это правда, что ты колешься? Ну да, я же все-таки ежик. Слушай, я тут хотел спросить. Последнее время мне не хватает скорости, и я подумал, может, у тебя дома есть колеса? Ну, чтобы разогнаться. Конечно, есть! Вот сейчас слезу с камня и отправимся ко мне. У меня еще и кокос дома есть. Кокос? А откуда у тебя кокос? У нас ведь не растут пальмы. О, погоди, я думал, мы про наркоту базарим.
Ты спятил, чувак, какая наркота? Мы же мультик для детей. А, точно, извини. Я и забыл, что мы мультик для детей. О, смотри, Марья Ивановна. Слушай, Крош, а ты никогда не задумывался, где наши родители? Да как-то нет. У нас было столько приключений, что просто не хватало времени об этом задуматься. А я вот задумался об этом сразу, как к тебе на травку подсел. Странно это. Откуда мы вообще взялись? И почему мы живем отдельно от цивилизации в этой маленькой разношерстной деревушке? Думаю, стоит поспрашивать у остальных. Мы, это самое, в капусте вас нашли, во. Я отнять вас у ваших родителей, изолировать и устроить научный эксперимент. Я, повторить Стэнфордский тюремный эксперимент. Шутка. Ой, вы еще такие мелкие. Объясняю, когда один влюбляется в другого, и они долго-долго обнимаются и целуются, то на свет появляется новый с**ник. Мы твари дрожащие, рабы божьи в бренных и медленно гниющих телах. Ой, да не морозьте себе голову, лучше займитесь спортом, как я. Ах, прошлое, какая ностальгия, какое буйство эмоций. Ничего не помню. Друзья, ну это же совершенно очевидно. Мы все с вами, по сути, своей шарики, наполненные веселящим газом, известным как N2O. Веселящим газом? Ну, конечно! Попробуйте сами. Цыц, скотина круглая! Прибыль давай неси нам немеренную, зверье поганое! Ёжик! Ёжик! Ты живой? Крош, я все понял! Мы всего лишь мультик для детей! Что? Мы же сами говорили об этом в начале серии! Блин, точно? Значит, мы можем делать все, что хотим, не боясь последствий сюжетного развития, ведь в итоге все встанет на свои места? Полагаю, ты прав. Пошли искать Нюшу. Пошли искать Нюшу. Ёлки-иголки! В смысле, сука, ёбану налил, все вышло из-под контроля! Укуси меня, пчела! Что ж, кто не ошибается, тот не учится. Отныне только, не знаю, в смешариках разве разжевывают мораль? Кому-то непонятно, что наркотики это плохо, и что не предохраняться тоже плохо. Воспитывайте своих детей сами, не доверяйте это дело мультикам! Блин, все равно мораль пришлось разжевать! Да пошли вы все нахуй! Петрик! Пачку! Петрик! Да? Займи до получки! Деньги! Это деньги? Нет, это Петрик. Добрый день, мои любимые кулинарии. Это специальный выпуск шоу «Готовим с Жан-Пьер Жопеном». И мы будем готовить блюди к новогодний стол. Начнем, пожалуй, с оливье. Новый год давно прошел. Ах ты, кативо, бомбино. Алюр, сюда, помогай готовить, а то тук-тук, поварешка, капут, голова. Вы все фрукты, толпа желтоцветиков. Огурцами вас назвать невозможно. Ты рядовой, покажи мне свой кухонный оскал. Огурчик Рик! Начинаем готовить оливье с огурчиков. Руки! Руки везде! Руки! Рядовой улыбка, не боремуйся, помогай! Ой, как нехорошо. Бери с огурчик аккуратно, он любит брызгаться. Он меня отчленяет, Джонни! Джонни, моя жопка! Джонни, я не чувствую жопки! Черт у тебя и твою жопку! Меня режут вдоль! Теперь нам нужна фермерская картошка. Срезаем с картофеля ее нижний кожиц.
факт, если на картофеле есть щупка, это киви. Не забудем выковырить глазки. Я ничего не вижу! Альденте. Вспышка сверху! Нас бомбят! Теперь снимаем скорлупа с яички. Достать щинку-машинка и щинку-машинка и нащинковать там колбас для Оливии. И для финале заливаем Оливье майонез, соус майонез, и теперь смешивать ингредиенты. Вуаля, салат Оливье готов. С вами был Жан-Пьер Жопен. Господи, как его зовут-то? С вами был Жан-Пьер Жопен и кулинарное шоу. Бон аппетит! Знакомьтесь, это Лоу. Ему 12 лет, и он делает то, чем должен заниматься.